охарактеризовал бы я его как человечного человека. Мастера, который способен жертвовать многим ради людей, ради искусства, ради творчества. Прекрасный человек. В какой-то мере, да, он иногда с нами суров, но честен. Если он говорит, то он говорит правду. Ответственный человек. Все время помогает, если попросишь. Дружелюбный. А с точки зрения профессионального уровня, у него идет постоянный рост. Это тоже такой шаблон, что там вот как творческий человек, так у него там все или в свитере ходит с бородой, там макаронина висит тоже там в бороде, там запуталась. И потому я такой же человек, как и все, со своими тоже, может быть, комплексами, странностями, радостями, горестями. Прошло в художественном училище, а потом я поступил в Харьковский художественно-промышленный институт интерьера и оборудования и художник декоративного искусства. Там 5 лет я проучился. Это благодаря отцу. Мама была не против. И так, вот, а так сложилось, что я и ни в сколечке не жалею. Только радуюсь, конечно. Это благодарю папу за тот момент, что вот он в нужный момент мне как бы подтолкнул, помог решиться на этот шаг. Он закончил Луганское художественное училище. А я напомню, что это учебное заведение на тот момент, это учебное заведение являлось одним из топовых на постсоветском пространстве, одним из лучших. И выпускники Луганского художественного училища спокойно поступали в самые престижные вузы СССР. И вот Андрей Иванович после обучения в Луганском художественном училище поступает в Харьковский художественно-промышленный институт, что тоже, конечно, говорит о нем как о человеке, который прошел все ступени образования и как о человеке профессиональном. Ну а самое главное, это, конечно, его работы, его творчество и его произведения, его творческие полотна, они говорят лучше любых слов. Художник прежде всего получает удовольствие от момента творчества. Прежде всего это удовольствие, которое испытывает сам автор. И я думаю, только так может родиться более-менее что-то приличное. Если тебе самому нравится, и ты сам получаешь от этого удовольствие, то скорее чаще всего такие вещи нравятся и зрителю, когда пишешь душой, сердцем. Бывает, по-разному работа идет. Иногда она легко решается, вылетает просто из-под кисти, а иногда несколько раз снимаешь этот слой краски, потом еще раз накладываешь, еще. Что-то не получается, что-то получается. По-разному, конечно, бывает. Но в этом, в принципе, и есть какой-то интерес. Профессиональный художник, профессиональный человек, он, у него множество всеукраинских выставок на его счету, у него выставки за пределами, далеко за пределами постсоветского пространства, его работы находятся в частных коллекциях Голландии, Германии, Франции,
И это его характеризует как мастера, не говоря уже о России, конечно, там, Украине и так далее. Очень красиво. Я когда пришла на выставку, я так удивилась. Когда он учит нас большими штрихами, большими мазками все делать. А тут я увидела такую, скажем так, импрессионистическую манеру, и было очень интересно посмотреть на его вселенную, потому что каждая картина — это отражение художника, это, по сути, его автопортрет. И было очень интересно окунуться в его вселенную. Очень необычная работа на самом деле, нетипичная для наших луганских живописцев, потому что у нас в основном настолько как-то вот таких абстрактных, в какой-то мере местами сюрреалистичных работ мало у кого можно встретить. Я себя не считаю, конечно, мастером-педагогом. Конечно же, еще многому надо учиться, очень до сих пор постигать какие-то, может быть, даже элементарные вещи, но все люди разные. Однозначно сказать, что действительно я могу ко всем подыскать ключик и помочь, я не могу на себя взять такое. Я пытаюсь. Интересно было бы спросить студентов, ребят, как они относятся ко мне, как они, насколько они чувствуют и понимают, действительно ли я что-то даю. Если посмотреть на работы нашей группы и прочих групп, которые у него учились, после того, как мы начали у него заниматься, работы стали намного лучше. Они стали существеннее. Он мне всегда говорит: Артем, будь смелее, смелее вот, там, не знаю, взять тон больше или еще что-то. Вот да, вот быть смелее как раз-таки в живописи. Очень хороший и понимающий педагог, потому что он нам как-то сказал, что вы первый, второй курс, у вас есть возможность экспериментировать с красками, с техниками, и это очень здорово. Он, мне кажется, действительно хочет нас научить, и классно. Очень верный человек. При этом он всегда будет на твоей стороне. Он всегда будет идти рядом с тобой, плечом к плечу. И это, наверное, черта настоящего друга, человека, который умеет по-настоящему дружить. Я думаю, что я не буду каким-то оригинальным человеком по поводу высказываний, по поводу дружбы. Конечно же, все прекрасно понимают, что друзей много не бывает, что к дружбе надо относиться, это, считай, серьезное дело. Да, есть такие, ну, кроме семьи, это, конечно, еще Артем Фисенко, художник, с которым я уже дружу несколько лет. Конечно же, мы делимся своими какими-то находками, знаниями в области искусства, в области живописи. Конечно же, мы поддерживаем друг друга там и в его начинаниях, в плане помощи союза, как бы союза художников. Это непростое время. Подчеркну, что у этого человека не стояло первоочередным какие-то финансовые блага, еще что-то. Для него прежде всего было важно поднять знамя Союза художников и показать, что художники здесь есть в Луганске. Человек, который прошел большой путь образования, обучения профессионального художника, наверное, это один из самых длительных процессов. И вот, как правило, человек, который видел большое мастерство больших профессионалов рядом с собой, человек становится человеком скромным. Он видел вершины, видел высоты. И вот Андрей Иванович такой есть. Он очень скромный человек, очень сдержанный.
значимый человек. Если меня рядом не будет, может быть, кто-то там загрустит из друзей, может быть, в семье будет плохо, там не так хорошо, может быть. Но я не думаю, что что-то в мире изменится, если меня не будет вдруг.